Бобруйский завод биотехнологий приступил к производству нового препарата для стимуляции роста и защиты растений. Первая партия – 33 тысячи доз. Эпин – разработка Института биоорганической химии НАН Беларуси. Там производят основной компонент – природный фитогормон. Мы покупаем у них этот гормон, и вот в этом вот смесителе мы добавляем вспомогательные вещества, перемешиваем. Добавляем сам этот гормон, перемешиваем и затем отвозим в институт для проведения анализа на соответствие технической документации. Эпин абсолютно безвреден. Ускоряет созревание картофеля, томатов, перцев, огурцов, свеклы, моркови и капусты. А еще увеличивает урожайность, повышает пищевую ценность и защищает культуры от засухи, затяжных дождей, заморозков, недостатка света и тепла. Разводится с водой. Способ обработки разный. В упаковке пошаговая инструкция. Новинка вскоре появится в супермаркетах страны. Само вещество находится вот в таком шприца, что позволяет экономично использовать препарат. Для удобства предусмотрена градуировка в полном 3 мл. Использовать вещество нужно в день приготовления рабочего раствора. Предприятие осваивает и технологию изготовления лигнина очищенного для биологически активных добавок и ветеринарных препаратов. К тому же в скором времени планирует запустить массовое производство этилового фармацевтического спирта крепостью 99,5%. Опытная партия уже отправлена потребителю. Мы в этом плане работаем постоянно над новыми видами продукции. К нам обратились фармацевтические предприятия для производства лекарств для астматиков, вот им нужен именно такой обезвоженный спирт. Завод биотехнологии производит свыше 30 видов продукции. Этиловый спирт, кормовые белки, ветеринарные препараты, дезинфицирующие средства, бытовую химию. Только за зимний сезон выпускает свыше 1 000 000 бутылок стеклоомывателя «Кругозор». Ежегодно здесь создают и внедряют новые рецептуры, улучшают качество и дизайн упаковки. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.